Привет, ребята! Прислали мне на обзор пару интересных девайсов. И хоть мой канал столярной направленности, но показать вам эти приборы я счел нужным и полезным занятием. По ссылке оказалось два мультиметра фирмы Кевитс, но не совсем обычных для меня. Добротная картонная коробка содержала в себе мягкий кейс и бумажную инструкцию на нескольких языках, но не на русском. Внутри кейса я увидел гаджет, весьма напоминающий современный смартфон в походном исполнении. Во втором кейсе лежал вообще незнакомый для меня прибор, о назначении которого я узнал лишь из интернета. До сегодняшнего дня я использовал обычные цифровые мультиметры с мануальным переключением режимов и монохромным дисплеем. В этот раз приборы меня удивили. Они оказались полностью, на все 100% цифровыми. Сам мультиметр KM602 имеет пластиковый корпус, защищенный прорезиненной рифленой накладкой. Держать прибор в руках очень удобно. В верхней части расположено гнездо зарядки и кнопка включения. При включении прибор издает характерный звук и встает в автоматический режим измерения. В комплект устройства входит кабель USB для зарядки встроенного аккумулятора. Стандартная термопара, и два замечательных удобных щупа. Клеммы щупов закрыты защитными колпачками, так же как и сами иглы. Обозначения для присоединения щупов отображаются на самом дисплее. На корпусе никаких значков нет. Выбор режимов измерения осуществляется нажатием кнопки на корпусе мультиметра. Я не стану подробно останавливаться на каждом из режимов, потому что сам использую только лишь некоторые из них в сугубо бытовых целях. Например, для прозвонки цепей. При замыкании прибор издает характерный звук. Или для определения заряда аккумулятора. Информация выводится на дисплей. Подобные операции можно выполнять как в автоматическом режиме, так и выставив настройки вручную. Еще можно измерить напряжение в розетках при подозрении на плохое электроснабжение в доме или квартире. Очень удобной дополнительной функцией является светодиодный фонарик на обратной стороне прибора. Включается-выключается он боковой кнопкой. Второй прибор сугубо профессиональный, хотя и для бытовых целей его также можно использовать. Это цифровой зажим-тестер Кевитс модель KC602, в простонародье электроклещи. У прибора такой же цифровой дисплей, но меньше в размера.
и управление функциями сходно с предыдущим девайсом. Данный девайс покоится в мягком кейсе и имеет ту же комплектацию, что и предыдущий мультиметр. В отличие от мультиметра, клещи получают питание от трех батареек, которые входят в комплектацию. Чтобы вставить, поменять батарейки, нужно открутить винт и открыть отсек для батарей. Переключение режимов осуществляется кнопкой на фронтальной части корпуса. Обозначение для подключения щупов нарисовано на самом корпусе. Сами щупы подходят от мультиметра, они стандартные. Те же самые операции по прозвонке и замеру напряжения я провожу без дополнительных настроек прямо из коробки. Клещи, как я выяснил, предназначены для профессиональных электриков. Ими измеряется напряжение на шинах в трансформаторах и прочих многофазных электросхемах. Вот такой интересный и весьма качественный комплект инструментов попал в мои руки. Ссылки на эти инструменты я оставлю в описании к ролику. Всего вам доброго и до новых встреч!